Всем доброе утро, друзья мои. Я нахожусь в Мерсине, район Мезит-Ливеран-Шихир. Так тихо, так спокойно. Сколько купающих. Я что-то забросила, это купание. Надо завтра сходить обязательно. А сейчас я жду девочек в клубе. Будем заниматься. На нашем месте уборку сделали хорошо очень. А то было грязновато. Так что настроение замечательное. Но как будет нас? Никак не будет настроения, когда каждый день у нас солнышко. Благодарю Вселенная Боженька за этот день. Будь здорова, спасибо, Светлана. Даже это посмотрела девочка, как я чихаю. Так что вот что, девчонок моих. Закончилась у нас йога. Попрыгала я челленджем. Запишу вам. Записала, вернее. Решила прогуляться. Что какие-то работы идут на набережной. Красят там. То есть сейчас, знаете, у меня желание такое есть, сесть посидеть и повизуализировать. Я же умею визуализировать, вы же знаете. Только так хочу, чтобы никто мне не мешал. Найти надо такое местечко. Кисуля, кис. Киса-пися. Где такое местечко найти, чтобы никто не мешал? Там по деревьям. Там по деревьям или здесь. Как хорошо, у нас такая жарища. Сейчас покажу вам себя. Знаете, я вот вам опубликовала этот движение в течение 2 минут, да? Действительно, они срабатывают, несмотря на то, что я на этих праздниках моих хорошо себя чувствую. Как говорится, ни в чем не отказываю. И я выполняю каждый день, уже 9-й день. Все в порядке. Калории сжигаются. Могу найти, друзья, дерево. Ну, где взять дерево такое чистенькое, чтобы было? Чистенькое, чтобы было. И чтобы облокотиться могла я. Ну, найду ли я такое? В елках не хочу сейчас. В елках. Красиво. Пахнет так смолой. Где мне сесть, а? Скажите. Вот здесь сесть. Как вы думаете? Вот здесь сяду, наверное, на свой коврик. Ой, как здесь хорошо. Надо посидеть, повизуализировать. Сегодня вечером я еще иду на зумбу. Вот это будет движняк. Как хорошо. Сколько дней я здесь не была, моя любимая набережная. Какие-то работы идут. Неужели нам этот фестиваль у нас будет? Не могу понять. Вообще-то в октябре месяце, 3 года назад, у нас был фестиваль цитрусовый. Классно было. Надеюсь, что будет. Вам очень понравится. Все, я буду сейчас мечтать. Не мечтать, а идти, намеревать свои цели. Возвращаюсь домой. Такая тишина вокруг. Лимоны растут. Такой красивый цветок там, набережной. Боже. Вы знаете, что вот это вот самые первые ситы возле набережной, и они стоили очень дорого. И сейчас тоже это не из дешевых удовольствий. Находится прямо возле моря, на набережной. Дом не новый, вот эти. Но
внутри все есть. Кажется, там рядом детский сад, мне кажется. Вот там дальше. Видите, что-то. Бассейн. По-моему, 4 или 5 домов в этом сите. Ну, естественно, и Айдат будет тоже высокий. Ну, красивый. Смотрите, какая сказка. В таком месте жить, да? А я возвращаюсь домой. Сегодня побыла в одиночестве была я. Порой иногда нужно побыть в одиночестве, отдохнуть от всех проблем, от праздников, остаться наедине с собой, восполниться энергией. Также много этого всего красивого, зеленого. А это виноград или не виноград? Виноград, друзья мои, это виноградик. Как же у нас красиво, да? Так красиво, душа радуется за эту красоту. Зоопарк посреди города. Зоопарк посреди города. А курочки такие домашние, посмотрите, как они подбегают. Фу, мухи покусали. Боже, сколько здесь мух. Сколько мух. Посмотрите, сколько тут живности. А там дальше детский сад, я вам рассказываю. Ну, а на эту красоту я сейчас хочу ее сорвать и поставить вазочку. И радоваться красоте. Нарвала я себе букетика. Иду, само собой, вот здесь вот начинается жизнь. Вон мой домик. Близко. 10 минут мне до набережной. 10 минут, если пойти по этой стороне. Вот так вот, мои дорогие. Да, здесь пройти улицу... не уступит здесь перейти дорогу. Посмотрите, какая очередь за хлебом. Они стоят за час раньше. И этот, чтобы купить хлеб. Огромная очередь. Всем добрый день, мои дорогие! Сегодня на меня такая напала муза поубираться, приготовить что-то вкусное и полезное. И смотрите, что я сегодня готовлю. Обязательно поделюсь с вами. Вот, помните, я один раз в видео показывала, что я приготовила рагу. Сейчас свет включу. Что я приготовила рагу из овощей. И сегодня я решила повторить этот рецепт, но добавить куриные ножки, а также я сюда не добавила кабачок. И также я решила попробовать немножко с булгуром. Как это, что будет, я не знаю, но смотрите, что сюда входит, мои дорогие. Значит, вы видите, куриные ножки, много лука, две большие, две средние такие картошечки, болгарский, красный, зеленый, морковь одна огромная, баклажаны предварительно их подержала в соленой воде, промыла, и два очищенных помидора, и чеснок также добавила. Вот сейчас это все перемешаю и добавлю также вот эти специи. Здесь у меня немножко мяту я решила экспериментировать, черный перец, красный, тимьян, соль, крупная мелко и томатная паста. И как вы видите, булгур. Значит, я это сейчас все перемешаю. Потом добавлю сверху 2-3 ложки столовые, наверное, оливковое масло. И посмотрим на результат, что у нас получится. Что-то я сегодня так порезала лук. Непонятно как.
А мой муж увидел и говорит, опять говорит, он же вчера готовил. Я говорю, не сравнивай, говорю. Это полезно, овощи. Потому что он приготовил еду такую жирную-прижирную. Ну вот так вот сейчас я это помешаю. Скорее всего, руками лучше. И покажу вам, как это будет выглядеть в итоге. Так. Хорошо. Перемешала все руками. Мне кажется, все пропиталось. Смотрите, что я сейчас буду делать. Добавлю булгур. Я его предварительно залила кипятком. Он у меня увеличился. В принципе, он уже, в принципе, готовый. Так интересно, как получится у меня. И сейчас чуть-чуть она у меня полежит, пока я полы помою везде. А потом я поставлю этот противень в духовку. Температура 200 градусов на час попробую, чтобы овощи все так хорошенько пропеклись и прожарились. Думаю, что булгур помешался. Воду я не буду ничего добавлять. Знаете почему? Потому что здесь сейчас курочка пустит сок свой. Вот смотрите, как красиво у меня вышло. Сейчас сверху так маслицем полью. И все, мои дорогие. Пускай пропитывается. И вот спустя час и 10 минут все приготовилось. И знаете, что вот этот булгур, я не знаю, как на вкус, я вам потом скажу, но вкусно, мне кажется, будет. Как-то интересно. Приятного аппетита нам, Сашка, и вам. Я приготовила такой салатик красивый. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.